В апреле этого года мир потрясло сообщение. В Сирии боевиками вооруженной сирийской оппозиции были захвачены брат патриарха Антиохийского Иоанна X, митрополит Алеппский Павел и Сиро-Яковицкий митрополит Алеппский Иоанн Ибрагим. О судьбе архиереев поступали противоречивые сведения о том, что похищенные сирийские митрополиты могут быть живы. Накануне заявил патриарх Кирилл на встрече с делегацией сирийских иерархов, которая прошла в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Сразу же, как только это произошла беда, я обратился к президенту Путину с просьбой принять усилия к отысканию. Я обратился также к президенту Обаме. Кроме того, обращаясь к президенту Обаме, я также настаивал на том, чтобы не употреблялась внешняя сила, чтобы не было агрессии против этой Сирии. По словам патриарха, русская церковь делает все, чтобы остановить кровопролитие, тесно взаимодействует с правительством России, осуществляет гуманитарную помощь, в том числе мобилизируя общественные организации. В августе этого года в Сирию была доставлена помощь на 1 300 000 долларов, которые собраны усилиями прихожан Русской Православной Церкви. Как подчеркнул патриарх, сегодня важно не допустить, чтобы сирийский конфликт распространился на Ливан, Иорданию и Палестину. Если это произойдет, то самым страшным результатом войны будет исчезновение христиан с Ближнего Востока, который называют колыбелью христианства.